Парижский музей Родена в сотрудничестве с Лондонской галереей Тейт представляет в начале ноября первую для французской столицы персональную выставку Барбары Хепворт. Одна из крупнейших представительниц британской абстрактной скульптуры, Хепворт принадлежит поколению Пикассо, Кандинского, Бранкузи и Наума Габо. Ненадолго сблизившись с символистами, она на рубеже 20-30-х годов перешла к чистой абстракции, разработав принцип полой формы. Барбара Хепворт, вероятно, одна из ведущих британских скульпторов 20 века. Она была современницей Генри Мура. Ее работы сопоставимы по влиянию и популярности. В качестве материала Барбара Хепворт использовала камень, бронзу и дерево, причем обрабатывала их сама. В своих работах она подчеркивала связь биоморфных и кристаллических образов с природными ритмами. Ее искусству присуща особая поэтичность, создаваемая в частности контрастом используемых материалов – дерева и росписи, струн. У нас создается впечатление, что ее скульптуры живут, настолько они присутствуют здесь и сейчас. И эта особенная поэтичность отличает далеко не всех представителей биоморфной или органической абстрактной скульптуры. Барбара Хепворт трагически погибла в мае 75-го во время пожара в ее мастерской. Познакомиться со всеми периодами ее 50-летнего творчества можно в Парижском музее Родена до конца марта следующего года.